Пока девочку я нашу не вижу при первом... Господи, твою мать! Ёпта, ты чё выбежала-то так? Нифига себе, это я не ожидала! Всем привет! Вы просили поиграть меня в Сайко Сосайко, поэтому я сегодня играю в Сайку по Сосайку. Ну, она, конечно, не так эта игра называется, но кто понял, тот понял. Мы будем еще раз пытаться пройти на самом сложном режиме сложности. Это Янгире. Или Янгире. Ну, я зову это Янгире. Да, не знаю, почему я сказала Янгире. Но, короче, все остальные режимы мы с вами прошли. Это было изи-пизи. Вот это прям вообще легкотня. Вот это вот Яндера. Поэтому Янгире это прям для настоящих, таких как мы, короче. Здесь нельзя вообще никак обсираться. Здесь надо быстренько, шустренько делать. Блин, как давно я не играла в эту игру, я уже забыла, что тут надо делать. Первым делом нам нужно найти с вами ключ. Ключ может лежать где угодно. Вот он, первый ключ. Главное не бегать. И, конечно же, пароли нужны. Так, офис директора. Открываем ворота. Когда нас найдет наша сумасшедшая полоумная подружка, надо будет, ёб твою мать, свалить отсюда. Потому что если мы не свалим, у нас будут некоторые сложности. Вот здесь откуда открыт кабинет. Давайте от греха подальше закроемся здесь и посмотрим, поищем здесь какие-нибудь ключи. Быть может, нам повезет, мы что-нибудь с тобой найдем. Как минимум, таблицу Менделеева или японский алфавит, судя по всему. Если у них есть. У них не алфавит, у них же что-то другое, да? Или это алфавит? Короче, я не знаю. Открываем эту дверь. Пойдемте. Пока девочку я нашу не вижу при первом. Господи, твою мать! Ёпта, ты что, выбежала-то так? Нифига себе, это я не ожидала! Отстань от меня, я не ожидала, господи, помилуй меня. Я здесь бегаю, спокойно занимаюсь своими делами, она такая на меня выскочила, ёп. Да я ж обосралась. Я не ожидала такого, да ты посмотри, месячными своими весь пол тут залила, зачем ты так делаешь? Короче, я не знаю, как проходить этот режим Янгире. Да не смешно, отстань, я тебя как кину сейчас. Она еще так бегает, от нее не сныкаться нигде. Так, побежали вот сюда, на лестницу убежала и не убежала. Сейчас мы ее запутаем, сейчас мы ее запутаем, 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 запутаем. Она нас потеряет, смотри, 133. Надо несколько раз пробежать по кругу. Так, что здесь есть? Я все слышала, я тебя видела. Сук. Так, давайте вниз. Хорошо, она на меня потеряла. Тебе не спрятаться. Да я и не собирался прятаться, как... Я тебя видела! Сейчас, подожди, у меня тут кровь спустится, я тебя вижу. Ты не бежать. Начинаешь бежать, она слышит. Когда не бежишь, она не слышит. Поэтому мы с тобой выбираем тактику. Я не бегу, а аккуратненько, спокойненько иду. Своими делами занимаюсь. И все. Попробуй меня теперь найди здесь. А все. Нашла. В смысле нашла? В смысле нашла? А ботинок нету. Блин, да какого хрена она так быстро меня находит? Может быть, она слышит, когда я закрываюсь еще? В смысле соскучился? Может быть, я буду на тебя смотреть? Подожди, если я на тебя смотрю. А я вернулся. Нет, она вроде бы хочет меня убивать и одновременно не хочет убивать. Нет, я не в порядке. Совсем не в порядке. Мы выживали ровно 4 минуты с вами. Это было нормально. Короче, главное не паниковать. Она так резко ко мне подошла. Давайте попробуем не закрывать двери. Мне кажется, она реально слышит, когда мы начинаем закрывать какие-то двери. И приходит на этот звук. Поэтому мы с тобой сейчас поступим по-логичному. Просто ходим здесь и ищем всякие предметы. И все, окей? Опа, ключ. С2. О, видал? Уже нашли. Только нам бы еще свет бы, конечно, включить в идеале. С2. Лучше тихонько ходить вот так вот по кабинетам и искать предметы, правильно? Чем не ходить вообще. Реально, мне кажется, она слышит, когда мы закрываем какие-то кабинеты. Блин, все в крови, блин. О! Еще один ключ. Так, подожди, у нас тут намечается, кажется, возможно, выигрыш. Давайте я запишу на всякий случай. Значит, у нас есть С2, Б2, по-моему. Короче, главное пометить, окей? Все, у нас есть С и есть Б. Бля,
Сайка, да ты дура, что ли? Ты чё? Долбанутая выскочила-то так, зачем? Да иди в жопу пошла! Отстань от меня! Какого хера она так выбежала? Резко еще так, у меня аж сердце закололо. Ни хера не смешно. Иди в жопу пошла. Стоит она там за этой штучкой такая. Я тебя видела. Она стоит. Нашла. Да что ты, да ш... В смысле? Это что за телепорт? Ты чё? Какого хера ты сделала? Нифига себе! Это чё за магия рептилий? Ты видал, что она сделала? Нихера себе, тетя, блин, Мотя! Иди в очко, поняла? Да, отстань, я сейчас включу свет. Весело тебе, да? Весело! Я не понимаю, как ее от этой дуры отвалить, она меня бесит. Ну, мы почти прошли. Так, пошли вниз. Пойдемте включим свет. Потому что нам нужен свет. Свет, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то здесь включается. Бляха, нет, не здесь. Отстань. Так, поехали. Зеленый, желтый. А, все, я включил свет. Что ты сделаешь? И чё я тебя вижу? И чё ты там? Долго мы там будем стоять? Хихикает она. Хихикащица. Чего? Не, я не буду с тобой играть. Пошла нахер. Да отстань от меня. Куда ты меня поволокла? Что ты куда? Отпусти меня. Отпусти. Себе ты чё, Рэмбо, что ли? Ты дура, нахера она меня... Ты видал, что она сделала? Ты дебилка, что ли? Нихера ты долбанутая! Хо-хо себе, хо-хо! Выкинула меня нахер, блин, ты видал? Джон Сина, my name is Джон Сина. Выбила меня вместе с дверью нах. Долбанушка! В рот берушка! Ну нормально же дружились, общались, ну что ты такая конченая-то, я не пойму. Я все слышала, да пошла ты нахер. Слышала она, а что ты слышала? Отстань от меня, я тебя прошу. Можно я спокойно похожу по кабинетам этой сраной долбанной школы? Я тебя вижу, стоит она там! Уходи! Ну давай, кто кого переглядит. Давай. Я тебя или ты меня? В рот брать будешь? Какая безотказная женщина, а? Перехитрила меня. Да, я не уверена, что я смогу пройти. Охайо, махайо, я пошел. Охайо. Не надо. Меня нечего наказывать. Опа, первый ключ. Так, С3. Отлично, у меня есть С3. Так, спускаем воду. Пошлите в С3. Вот, мы с тобой уже в С3. Здесь может быть пароль, но пароля сейчас не видно, потому что нету света. Поэтому давайте мы сейчас запишем на всякий случай С3, чтобы потом не забыть, в какие кабинеты потом забежать, если что. Теперь мы отсюда должны аккуратно с тобой свалить. Пойдемте в С2. Я вообще, что-то как-то хорошо идет сейчас, ребят. Как хорошо идет. Фу-фу-фу. Опа, 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 ключ, еще один. От чего?
А3. Да ничего себе. Да нифига себе. Пошли в эту сторону. От А3 нашли, ты прикинь. По-моему, потеряла. Так, записываем А3. Слушай, она меня потеряла. Ребята, у меня получилось ее облапошить. Я поняла, как это делать. Так. Любимая моя, я тебя вижу. Давай это самое, без этих самых, а? Я не люблю вот это. Давай это, иди сюда. Выходи, я вижу, что ты там. Ну и что мы будем делать, что? А если я вот так встану? Через сколько она поймет, что меня здесь нет? Или она будет здесь до скончания веков стоять такая, типа, я жду. Я подожду, мне спешить некуда. Не, да иди, давай. Бляха, какой замедлил на... Да ты чё прыгает, нихера себе! Ты какого хера ты так прыгаешь? Ты шаболда! Малолетняя проститутка! Да нахера ты себе закрыла? Спасибо! Ну ты психопатка. Она реально, она скачет как вурдалак по этим партам. Я манала нафиг ее. Я не знаю, как это проходить. Она конченая. Давайте, мне нужны сраные ключи. Дайте еще один какой-нибудь ключ. Так хорошо было все. Два ключа нашла. В итоге... Да в смысле ты уже нашла? Я тебя вижу, ты дура что ли? Я тебя вижу! Вставай! Я спустил на нее. Да отстань от меня! Отыбысь, пожалуйста, отыбысь! Отстань от меня! Отстань! Фу такой быть! Отстань! Смешно, и психопатка недоделана. Я не знаю, это вообще невозможно пройти. Ну ты не могла с другой стороны встать? Ну зачем ты с этой стороны встала? Она еще такая дает ложную надежду. Ладно, давайте в последний раз посмотрим. Не получится, значит не получится. Ха, соси. Пошла в жопу. На-на-на-на-на, я включил свет. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ха! О, бляха, бежит за мной. Блин, надо ее как-то скинуть. О! Да ну отстань ты от меня! Ну, пожалуйста! А чё я такой маленький? Ты чё, на корточках бежишь, что ли? Ну какого хрена она меня нашла? Потому что свет я включила или что? Меня лучше видно? Я все слышала. Ну иди в жопу, слышала она. Не епёт, слышала ты или не слышала? Дайте что-нибудь выпить. Лимон-ти фантастический был. Да какой в нем смысл? Так, ну и где зая? Ага, я тебя вижу. Ну и что ты там стоишь? Весело тебе? Почему у меня нету ножа? Да в смысле ты перепрыгнула? В смысле ты перепрыгнула? Иди в очко. Все, да? Обожаю с тобой играть. Да ты меня оседлала, твою мать. Коровка вышла. Куда? Куда ты меня притащила? Все, я спрятался. Может, пронесет.
Эту игру пройти невозможно. Но я пыталась. Поддерживайте меня лайками. Пишите, как вам эта серия. Увидимся с вами уже очень скоро. С вами была я, Наташа. Она меня официально бесит. Девочка, в смысле. В общем, пока.